И всем привет, с вами я Хирохита, и это обновленный проект Крепи. Огромное спасибо Сергею за то, что все это вновь сделал. Собственно, как получить сам кряк, сразу же хочу сказать. Переходите по ссылке в описании в Телеграм или в Дискорд канал, желательно отключить от блока перед входом, опять же. Вот, и после чего в Телеграме нужно будет под постом закинуть скриншот о том, что вы подписались и поставили лайк на это видео, а в Дискорде нужно будет в специальном канале скинуть скриншот туда же. Собственно, вся информация будет в Дискорде, куда что скидывать, в ТГ, думаю, объяснил. Также хотел бы сказать, что, ребят, лучше не качайте с других источников кряки. Почему? Потому что много кто туда реально может пихнуть стилера, и уже без шуток. Потому что был один ютубер у нас в телеграм-канале, который об этом напрямую текстом сказал, то, что вот зачем постить что-то рабочее и так далее, когда я могу постить стилер и зарабатывать на этом. Что ж, после установки у нас появляется батник на рабочем столе, вновь открываем его, на этот раз все работает как часики. Соглашайтесь со всеми разрешениями, это окно вы закрываете, убираете путь до Геншина, и дальше он у нас открывается. Сейчас опять будет замазанный экран, чтобы не спалить сам хвит, вот. И дальше я чуть ускорюсь и продолжим, когда уже буду в самом Геншине. Ну что ж, вот мы в самом Геншине, сейчас я вам показываю, что все работает, кастом телепорт и Келаура, остальные все функции есть. Ну что ж, всем пока, с вами был, как всегда, я Хирохита, все как скачать, где получить, что и так далее, я рассказал в начале.